Сегодня я хотела бы рассказать о женщине, которая предопределила мой карьерный путь. Эту женщину зовут Наталья. Совершенно не публичная личность в современном понятии этого слова. Очень яркая, харизматичная, интересная личность. Мы встретились с ней в далеком 2004 году, когда я только начала свою карьеру в Билайне и устроилась работать в колл-центр. Наталья в это время приехала в нашу компанию развивать IT-направление. Когда-то она меня позвала и направила в это направление. Она на протяжении многих лет была для меня настоящим куратором, наставником не только моей профессиональной деятельности, но и в жизни. С профессиональной точки зрения я пронесла через все эти 15 лет ее советы, которые касались того, что необходимо вкладываться в первую очередь в людей, в команду, что это основной инструмент, который помогает достигать сверхамбициозных целей. Если ты вкладываешься в людей, они могут достигнуть сверхрезультатов. Ценю в ней ее гармоничность. Несмотря на то, что она вот такой вот крутой профессионал, она настоящая женщина, она мама, она жена. Для женщины очень важно быть гармоничной, полной, ну, как бы в полном смысле этого слова. Быть именно женщиной во всех ее проявлениях. Женщинам достаточно непросто быть успешной во всех этих сферах. Но те женщины, которые могут достичь этого баланса, они потрясающие.